Я недавно тут встретил, 7 лет девочка. Путешествовала с Южной Америки последнюю. А, с Мексики вернулась. Мексики. 7 лет. Искала она тоже понимание жизни. 2 года жила в Мексике. Угу. Работала, короче. Она извращенные нитки делает. Браслет, это все. Ну как-то что-то. Поддерживать жизнь. И работала гидом. Короче, купание с этими, с китовыми акулами. Uh-huh. Русскоязычным гидом. Может, тебе грибов надо поесть? Не, это родные уже все. Родные грибы. Это уже это. Пройденный там. Пройденный, да. Ну тогда. Что-то гир это. Ну, да, так говорит, может тебе грибов поесть? Помнишь родного-то, который жил у тебя? Который грибы, потом айваски, короче. Угу. И потом понял, что, короче. Хорошо. Что их не надо есть? Что это все. Ну да, старомодная тема, на самом деле. На этом уже закрылась тема, на айваски. Угу. Это точно. Если тебе нужно для того, чтобы познавать Бога что-то внешнее, ты, получается, лишаешься свободы. То есть у тебя общение с Богом через посредник происходит. Считается, что внешнее равно внутреннему. Да, кстати говоря. И без разницы, на самом деле. Ну, да, я соглашаюсь. Можно и так. Нашла самой-то на тарелочке салат. Когда-то надо. А когда-то не надо. Добро. Добро. Это как можно. Ну что, Ваненька, давай. Ты конечно. Уже поехал, да. Все. Ну, до свидания. Давайте, обняться. Макс, ну, давай, счастливо. Мамуля. Провожайте. Да. Ну, Толянчик, давай. Удачи вам там. А где этот Мирон? Уже в машине. Уже ну в машине. Что, давай. Мирон, ты до свидания будешь говорить? Давайте. Он уже убежал, давай. Мы тебя. Все, будете. Зарядим. В гости заезжаем. Ильская. Да, это все. Да. Где там Мирончик? У меня там гостевой домик есть. У меня уже гостевой домик. Люксовый. Пусть тебе придет то. Что ты скажешь? Именно это и искал. Вот именно я это искал. Вот хорошо, что пришло. Если мы приедем, то приедем со всеми своими друзьями. Сколько? Это что за друг у вас? Это? Сколько у вас друзей? Ой, друзей-то много. А друзья где? На Утрише. Сейчас их 5 человек. Может быть, они имеют прогресс увеличиваться. В прошлом году с Утриша там. Взял автостопщик. Как он меня потом нашел, он говорит, ты мне жизнь поменял вообще. Uh-huh. Прямо. Он в поиске. Забава. Да мы пожили немного вот. Потом на возрождение поехали здесь. Потом заехали к Тагиру, побыли немного. Ну вот сейчас на горе немножко побыли. Тоже там что-то хапанули. Говорит, там над горой живут боги. Да, родные, это так. Полубоги. Господь сердце же живет. Где же сердце? Может, пойдем искать сердце? Мы кухню снимали, ничего не снимали. Вкусненько для меня было, да? Скорее всего, да. Свекла что какая-то? Это картошечка. Ох ты! Да, давай ее бери. Вот так, картошечка. Картошечка сделана. Да, вчера, наверное, хорошо не погуляли. Прикольно. Они было бы еще веселее. Uh-huh.